Ален, привет, привет тебе. О, Сатай Магомедович, здравствуйте. Ты что там делаешь? Я хочу. Смотрите, что я делаю. Я поджариваю тыквенные семечки. Вообще, я хочу сделать конфеты здоровья. Именно полезные, именно здоровье. А рецепт простой. Поджариваем тыквенные семечки на медленном огне. А потом параллельно финики держим. Финики держим в горячей воде 1-2 минуты, чтобы их легко очистить. Потом, когда мы это поджарим в блендере доводим его до размельчения, блендер не могу найти на этой кухне, слушайте, я буду в ступе это делать. Слушай, Ступа у меня мощная, смотрите, какая ступа. это ты насмотрелся на разных Ну, видиков. это же тыквенные семечки всю жизнь полезные, финики всю жизнь полезные. Потом я это все перемешиваю, делаю трюфели, такие формы, и посыпаю какао. Делаю первый раз, но уверен, что будет вкусно и полезно, самое главное. Не клади туда. Искусственного шоколада нету. Сахар не клади туда, смотри. Ни в коем случае, там же финики. Слушай, ну ты чё ты этим занялся? Почему ты не рисуешь? Ну ты делай то, что ты хочешь. Посмотри, я тебе хотел показать. У меня есть друг, которого зовут Ренат. Он живет в Канаде. И он мне говорит, если вы хотите посмотреть, где что в картине поправить, надо, говорит, ее смотреть через зеркало или перевернуть вверх ногами и посмотреть, и там увидите. Она у меня вообще-то вот такая, с этой стороны, с этой стороны. А у меня краску нужно, у меня пришлось сейчас краску, чтобы я цветы эти добавил вот здесь вот, а то получилось, что чаша здесь такая, и получилось, как мне там комете, когда мы делали формат «Коллективный разум», совет дал. Я имена пока не говорю, пока не согласовали, но сейчас его на месте нет, не могу спросить имя. А комет такой, ну, в смысле, не могу спросить, можно поставить твое имя или нет. А то все бросятся сейчас роем у него советы брать. Послушай, я хочу тебе сказать, она должна быть вот такая, и он мне сказал, а знаете, похоже на часы времени, но есть же такая вот штучка. Да, я понял. Интересно. Ну, часы времени, ну, вообще интересно, да. И сделать надо вот такое завихрение времени. И часы времени, в конце концов, и стрелки нарисовать посередине. И будет там два смысла, а оно же такое, это же не конкретная какая-то вещь, да. Вот она будет с такими смыслами, и завихрение, время идет, цветочки, цвета, в смысле, разные пятнышки. Молодец, вот мне сейчас краски пришлет, я тут все это сделаю. Ты знаешь что? Я увидел как-то картину, которую рисовал Микеланджело. Она такая невероятно живописная по цвету. Я потом подумал, я в одном из роликов говорил о том, что можно себе представить, что ты гениальный художник, а потом я подумал, о, О, молодец. не тяну я на Микеланджело, да? Шутка, шутка. Я имею в виду, у меня тоже яркий. Извините, что перебил. Так. Слушай, я ничего сейчас говорить не буду, потому что у Микеланджело свой стиль, у тебя свой стиль, у меня свой стиль, у нас у всех авторская живопись. Ни на кого не похожая, мы никому не подражаем. Я тебе это хочу сказать. Я еще что хочу сказать. Я вообразил себе вчера, почему бы мне не представить, что рисую я руками Микеланджело. И отпустить себя, чтобы не зацикливаться, не бояться ошибки, а как бы он рисует. И посмотреть, что будет. Вот я жду сейчас краски. Вот буквально день на день должны прислать. Мне нужна телесная, мне нужна желтая, мне нужна еще коричневая. Ну, в общем, я тут такое сделаю. Ну, покажу потом, покажу. А мне сейчас идея пришла, Хасай Магомедович. А Да. что если полминуты, минуту до этого, находясь в ключе, представлять его образ жизни, его окружение, быт, Закружиться. людей, в чем они одеты, да? То есть вот туда войти в этот образ. Да. Интересное дело. Значит, давай мы предложим всем нашим участникам
чтобы посмотрели биографию и картины Микеланджело. Пусть посмотрят, и я тоже загружу сегодня на ночь, ложась спать, его биографию, его картинами. Да, и добавлю еще то, что обычно нужно добавлять, чтобы открылись таланты больше. Как же помочь всем людям на свете? Как же помочь человечеству, чтобы было меньше кризисов на планете, вон на планете, и потребностей в лекарствах? Как же помочь, как это сделать? Ну, чем наша школа «Человек будущего» Home Future занимается? И тогда у меня произойдет озарение по заказу. Я вот, как привезут краски завтра, послезавтра, начну рисовать руками Микеланджело, и потом тоже всем покажем, и пусть сравнят, что получится. Но это будет не подражание, это будет авторская живопись. Но я открою у себя такой талант, ну как бы это назвать, фильтр такой сделаю себе. Такие очки, как бы. Как будто вы туда войдете туда, да? Да, Туда, куда-то, в ту в ту атмосферу, сторону, в ту в атмосферу. атмосферу. Да. Ты лучше скажи, как там маленький совсем поживает мой правнук. Маленький хасачик, он растет, ну, он, по-моему, как вождь краснокожих, как хулиганить начинает, знаете. Как фильм, помните, вождь, я вот фотографию вам скину потом. Прям вождь краснокожих, как с того фильма о Генри, помните, черно-белый. Помню, помню, помню. Помню. Хорошо, Ален, все, давай. Я только хотел это тебе сказать, показать, чтобы потом ты сравнил и тоже дал совет, потому что мы в коллективном разуме сейчас, в этом формате. А я рад, что вы попали на ключевую кухню, где мы готовим самые полезные конфеты для оздоровления. Без И сахара, без вместе с сахара. вами, что я попал в обсуждение, опять же, творческих процессов. Да. Спасибо большое. Всем привет. Чао, какао, бомбино. Видишь, как я Бомбино. по-итальянски чисто руку. Да. Я же знаю, я же знаю. Ладно, давай. Обнимаю. Пока. Дома приветы. Шелли, Спасибо. Гретке, напиши приветы. Слушай, я тебе хочу сказать, я рисовал, рисовал, как-то Гретка зашла в комнату, маленькая, когда еще была. И взяла, говорит, дедушка, ты что делаешь? Я говорю, рисую. Она взяла, еще не знаю, как краски размешиваются. И начала там что-то, и такое солнце нарисовала, такое красивое. Я потом повернулся, посмотрел, что она сделала, и думаю, надо же, а я так старался, она взяла, ничего не зная, не знаю, не понимая, не проходя эти курсы никакие, маленький ребенок взяла такое, нарисовала. И у меня такое расстройство было, потом думаю, что... Ну ладно, целую, целую, давай. Да. До встречи. До Пока. встречи. Сейчас я найду, куда здесь нажимать, чтобы всегда. Ладно, давай.